Так, здесь я поставил Öltank вместо кнопочки. И теперь нам надо сделать лезвие. Ну, тут мы мудрить не будем с вами. Сейчас возьмем вот, этот. И вот отсюда пойдем сейчас. Закругляя так, как нам нужно. Вот так. Так, это мы сразу превратим сейчас. А, ну тут можно взяться, наверное, за нее. Больше. Не пойму, почему я не могу усы эти взять. Ну вот так. Все, теперь мы это сделали. Здесь у нас должен быть карт. Готово. Идем в Spline, идем в экструд, закидываем в экструд, смотрим, что получилось. Так, вот перебор, естественно. Экструд, экструд. Вот так, сейчас сделаем вот так. Вот так, да. Крышечки немножко закруглим. Хотя, может быть, сейчас мы превратим это в объект. Вот, тут ничего не надо, в общем-то. Вот это место разрезать надо будет. Где ножницы мои? Ножницы, ножницы, ножницы мои. Не ножик. Вот тут мы его разрежем. Так. Я надеюсь, что я разрезал полностью. Нет. Да. Наверное, полностью разрезал. Хотя тут крышки надо превращать было, конечно, в поликон. Да? Ну, не важно. Поликоны. Поликоны, поликоны. Так, давайте соберем это все вместе, чтобы не было беды. Так, вот собрали вместе. Если можно их удалить, они нам не нужны. Так. Мне нужно вот выделить вот эти полигончики или вот эти. Вот эти вот ребрышки. Сейчас давайте выделим их. Зайдем в ребра и выделим. Дайте палки. Вот. Это ребро. Это ребро. И чуть-чуть его потянем. Вот так. Создав такую режущую кромку, да? Еще чуть-чуть. Готово. Смотрим дальше. Ага, все хорошо. И теперь я смотрю, нужно было здесь нам это
так сделать. А это закрыть. Закрыли. Прекрасно. А вот так. Вот так все правильно. Похоже, во всяком случае. Ну и давайте сделаем еще одну копию. Перевернем ее. На сколько нам градусов? На 180. И задвинем куда подальше. Вот сюда задвинем и посмотрим. Ну да, это будет то, что нам и нужно было. Чуть поменьше вот так. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Поэтому мы с вами с ножницами покончили. Будем думать, как сделать глобус. Или кисточку. Или обои. Пока.